Да, а что ваша бедная сестра? Пожалуйста, передайте ей от меня мою любовь. Ну, расскажите мне про нее. Да, ее положение она сейчас... прекрасно сделала, что бросила своего полоумного мужа. Все говорили про него, что он умен, умен. Одна я говорила, что он глуп. Чуть-чуть не задела. А теперь, когда он связался с этой дурой леди Ивановной, с этим полоумным Ландо, все поняли, как я была права. Кис-кисей, господин Ландо. Сейчас будет мило. Первый раз о нем слышу. У нас в Москве о нем ничего не знают. Вы не слышали о Жюль Ландо? Вот что значит жить в провинции. Тоже полоумный. Леди Ивановна откопала его где-то в Париже и привезла сюда, в Петербург. Крокирую. Браво. Он лечит ее мужа. И никакой пользы ему не сделал. Все такой же расслабленный. Я вчера был у Каренина, просил у него решительного ответа по делу моей сестры. А нынче вместо ответа получил приглашение на вечер графини Леди Ивановны. Вот-вот. Там вы увидите Жюль Ландо. Le fameux Жюль Ландо, le clairvoyant. Le clairvoyant. И в руках этого Ландо теперь судьба вашей сестры.